В Ленинском районе водитель устроил массовое ДТП. Авария произошла на проспекте Строителей. Водитель десятки двигался в сторону Первой дачной, когда дорогу начали переходить пешеходы. Мужчина двигался с большой скоростью и, чтобы не сбить людей, выехал на встречку. В итоге он протаранил два автомобиля – «Рено» и «Форд». Обе машины получили серьезные повреждения. По словам свидетелей, из десятки сразу же выпал пассажир. Его чуть позже увезли в больницу. А сам водитель отечественного автомобиля, по мнению очевидцев, оказался настолько пьян, что еле двигался. Его сотрудники госавтоинспекции отправили на освидетельствование. Мужчине грозит серьезное наказание, если окажется, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии, и в результате аварии пострадал человек. Пьяный за рулем – это очень плохо. Это преступник. Вы видели прям, что он пьяный, да? Он как... Так он вышел, он качался. Видно сразу, что человек выпитый, в нетрезвом состоянии. Он убегал, да? Он не убегал, он просто был, шатался, ходил около места аварии, и все.